19-й турнир памяти Чикина собрал более 100 спортсменов из 14 регионов России. Поединки проходили на трех коврах Самарского государственного аэрокосмического университета, входящего в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России». Михаил Чикин создал в Куйбышевском авиационном институте сборную по самбо в 1971 году и тренировал в течение 14 лет. Это была одна из сильнейших команд среди авиационных вузов СССР. Хочешь быть умным, обязательно занимайся самбо. Поэтому я думаю, что студентам это не повредит, а только поможет. Разносторонняя подготовка, я думаю, сила и ум, они в настоящем спорте, в современном спорте, нельзя быть, жить по поговорке, сила есть, ума не надо. Бестолковый или неумный человек, мягко говоря, он не может выигрывать здесь. Студенческий турнир уже получил статус всероссийского. Этот турнир стал мастерским турниром. Победителям турнира в 6 весовых категориях присвоит звание мастера спорта России. Член сборной России самарец Владимир Березовский готовится к Кубку мира, который пройдет в Москве. Перед Кубком мира надо стартануть. 19 числа на Кубок мира уезжаю. Вот так опробовать. Что наготовил, как готов. Детский тренер, чемпионка мира по самбо, участница Олимпийских игр по дзюдо Анна Сараева уверена, что ее ученики, когда вырастут, тоже будут участвовать в этом турнире. Я работаю как с девочками, так и с мальчиками. И надеюсь, к сожалению, женского такого турнира нету. Вот. Ну, надеюсь, когда подрастут мальчишки мои, да, у меня будет возможность выставлять их здесь, выполнять разряды мастера спорта, вот, и в дальнейшем попадать в сборную России. Среди победителей турнира самарцы Александр Воронин, Алексей Беляев, Аликот Желанзе и Степан Иванов. Они также стали кандидатами в сборную губернии.